не хочет арпеджио, он хочет продукт рифов. Но продаж менеджмент – это летит популярно, куча запросов, а прочее – это что-то из прошлого века, ну, где-то недобитые выжили, стоите, куча с ними делать. Да? А все модное, сильное, молодежное – это продуктовый подход, и, в общем-то, вот так. Или это вот я специально утрирую немножко, да, вот, поделись. Заготовочка прям с тобой. Вот, у нас есть формат проектной кухни в компании, на которой мы зовем два эксперта и какую-то тему разбираем. И до этого люди голосуют, чего им интересно обсудить. Последний раз проголосовали, чего лучше, управление продуктом или проектом. Мы больше любим папу или маму. Да, папу или маму. И мы проводили, собственно, 45 минут разговор про это с ребятами, которые из мира управления проектами, Ольга Смирнова из Контура. Вот. И в конце я задал вопрос. Все сводилось к тому, что продуктовики нужнее, зарплата выше. В конце я даже спросил, а вы бы своих детей сейчас отдали чему учиться, управлению проектами или продуктами? Оба сказали продуктами, вообще все, только это. И поэтому действительно сегодня управление продуктами, оно бьет управление проектами, к сожалению. На конференции по управлению проектами страшно говорить. Но во многом потому, что это хайп. Потому что объясните мне, что такое управление продуктом. И будет миллион разных трактовок, каждый понимает под этим свое. Вот управление проектами, оно сейчас стало более-менее понятно. И все начали понимать, что это не волшебная палочка, которая не спасет мир. А управление продуктами сегодня начали запихивать все подряд. Поэтому оно стало востребованным, мы позовем продуктолога, и он нам и кучу вариантов, чего спасет. Все, вопрос, как это говорил 50 лет назад, не было Макиавелли. Ничто не хорошо, не плохо в самом себе. Все зависит от обстоятельств. У всего есть свои границы применимости. Продуктовый подход тоже, удивление, не является серебряным. Хорошо, коллеги, спасибо большое. На этом у нас были...